Добрый день, уважаемые коллеги. Очень приятно сегодня здесь находиться. Замечательный город, прекрасная погода, но не менее прекрасная конференция. Спасибо огромное за приглашение. Итак, мы сегодня действительно обсуждаем очень важный вопрос, а именно вопрос, который реально в ближайшем будущем, по-видимому, изменит нашу клиническую практику. И вы скоро поймете, о чем идет речь. Итак, начнем с принципов и с основных подходов. Что такое вообще неодевантный подход и почему мы о нем говорим? Ну, естественно, традиционно неодевантный подход начал применяться при местно распространенном неоперабельном раке как единственная возможность лечения на первом этапе для того, чтобы перевести опухоль в операбельное состояние и, собственно, выполнить хирургическое вмешательство. Но несколько лет назад, где-то это был 15-16 год, стали говорить о том, что, по-видимому, проведение неодевантной предоперационной лекарственной терапии имеет преимущества и при ранних стадиях, первично-операбельных стадиях, в общем-то, при тех опухолях, которые, в принципе, можно изначально соперировать. Ну, почему же так произошло? Давайте посмотрим. Началось все с исследования CBP-B18, очень простое исследование, 4 курсации до операции либо после операции. И из этого исследования были сделаны 3 очень важных вывода. Первое, то, что как минимум неоадъювантный вот этот перенос вот этих курсов химиотерапии на дооперационный этап как минимум не ухудшает прогноз, а равен адъювантной терапии. Второй момент, это то, что в группе неоадъювантной терапии было достоверно больше выполнено органосохраняющих операций, то есть такая деэскалация локального лечения. И еще один очень важный вывод – это то, что выживаемость больных, у которых был достигнут полный патоморфологический регресс опухоли, была достоверно выше, чем у тех больных, у которых полного регресса не было. И дальше началась эра PCR, полной патоморфологической регрессии. Все стали говорить только об этом. В большом метаанализе было подтверждено, что действительно при достижении полной патоморфологической регрессии больные живут достоверно лучше, выше как безрецидивная, так и общая выживаемость. Далее было отмечено, что совершенно по-разному отвечают опухоли, и частота достижения полного патоморфологического регресса существенным образом отличается в зависимости от подтипа. Если при тройном негативном и HER2-позитивном раке это 50 и даже больше процентов, то при люминальных, особенно при люминальном А-подтипе, частота достижения PCR крайне низка. Видимо, это диктует необходимость каких-то различных подходов к лечению этих больных. Ну и также очень важное наблюдение – это то, что именно при таких агрессивных подтипах, как тройной негативный и HER2-позитивный, достижение полной регрессии патоморфологической существенным образом влияет на прогноз. То есть выживаемость больных, у которых вот с этими подтипами при достижении PCR была такая же, как при других подтипах. То есть это переводит больных неблагоприятными подтипами, как бы меняет их прогноз на благоприятный. Еще дальше наши знания углубляются, и было отмечено по результатам неоадъювантных исследований, что HER2-позитивные опухоли ведут себя совершенно по-разному с положительными рецепторами и без экспрессии рецепторов стероидных гормонов. Посмотрите. И, соответственно, был сделан вывод о том, что эти опухоли разные, они по-разному отвечают на терапии и имеют разный прогноз, собственно, и, видимо, подходы к лечению этих больных тоже должны отличаться. Ну и что еще дала нам неоадъювантная терапия, это то, что мы могли быстро тестировать новые режимы по суррогатному эндпоинту PCR, и быстро вводить их в клиническую практику. Так вот, по результатам исследований NEOSPHERE было показано, что добавление всего 4 курсов неоадъювантной терапии с пертузумабом приводит к снижению относительного риска рецидива на 40%.
Ну и если мы говорим тех годах, вот когда только начинался применяться этот подход при раннем раке, какие были аргументы в пользу неоадъювантного подхода? То, что это позволяет добиться большей частоты органосохраняющих операций, это не слепое лечение, да, больной видит эффект, это мотивирует его на продолжение лечения. И такой вот термин, да, что достижение PCR освобождает больных с неблагоприятными подтипами от плохого прогноза. Что имеется в виду? Пришла больная, у нее тройной негативный рак, G3, да, высокий очень КИ-67, она знает, она прочитала в интернете, что это очень плохой подтип, естественно, страх и у пациентки, и у докторов, да. Когда мы на первом этапе убираем опухоль и проводим адъювант, мы ничего не можем сказать, да, насколько эта терапия ей помогла, чего мы добились, да. Когда же мы провели ей ту же самую терапию в неоадъюванте, сделали операцию, а там полный патоморфоз, мы можем с полным, совершенно, да, вот с такой полной уверенностью сказать, что мы, ну, постарались сделать все, что могли, и освободили вас от неблагоприятного вот этого груза, да, тройного негативного рака. Ну, если говорить о принципах терапии, да, они тоже изложены подробно в рекомендациях, да, это очень важные принципы, что если вы выбрали предоперационный подход у данной больной, то весь его объем надо провести до операции, да, не делить на дооперационные и послеоперационные этапы, даже независимо от того, какой достигнут эффект. Особенно раньше этим грешили часто, да, допустим, два курса или четыре проведут, увидят хороший эффект, все, берем на операцию. А что делать дальше, непонятно, да, потому что клинический эффект не всегда соответствует морфологическому эффекту и так далее. Ну и вот еще такой нюанс, который прописан в отечественных рекомендациях РУСКО, что при раннем раке мы стремимся, наша цель – это полная патоморфологическая регрессия. Поэтому надо стремиться к использованию режимов с максимальной ожидаемой эффективностью. Иными словами, надо использовать режимы, прописанные в рекомендациях, стандартные режимы, да? То есть не надо отклоняться от этого. К сожалению, очень часто приходят больные, которым проведены, мягко говоря, нестандартные режимы. Эффект не достигнут, полный патоморфоз, что делать дальше, непонятно. И еще мы позволили себе в рекомендациях РУСКО, и, к сожалению, не отображается почему-то анимация, такую фразу, что если вы не уверены в наличии всех необходимых ресурсов для проведения полноценной терапии, да, антрациклинов, таксанов, если это HER2-позитивный рак, трастузумаб, если больной показан пертузумаб, если вы не уверены, что вот вы начнете терапию, и все эти препараты у вас будут в наличии для того, чтобы провести полноценную терапию, лучше тогда больных с операбельным раком начинать все-таки с операции. Да? Потому что бывает тоже? Вот больная HER2-позитивной опухолью, там Т2N0, почему-то начинают ей проводить, допустим, FAC-режим, проводит 6 курсов, да, совершенно нестандарт. Когда спрашиваешь у докторов, почему так, таксаны закончились в этот момент, а трастузумаб мы вообще в неоадъюванте не можем дать, потому что больной должен быть там, инвалидность должна быть и так далее, да, вот это недопустимо. Не надо проводить лишь бы что больным операбельным раком, да, только полноценный стандартный режим, прописанный в рекомендациях данной ситуации. Но интересно то, что в последнее время происходит смещение акцента все-таки при неоадъювантном подходе. Если, как я уже говорила раньше, это был только PCR, говорили только об этом, как его увеличить, повысить всеми возможными способами, то сейчас понятно, что вот этот предел 50-60% при тройном негативном HER2-позитивном раке перейти уже очень сложно, да, но очень сложно придумать такие режимы, которые еще привели бы к такому увеличению частоты PCR, которое привело бы к увеличению выживаемости, да, и поэтому сейчас акцент сместился в пользу резидуальной опухоли, да, как бы на нее еще повоздействовать. Понятно, что достигли PCR, очень хорошо, все, перевели больную в благоприятную группу, благоприятного прогноза. Что делать с теми, кто не достиг полного патоморфоза? Наверное, надо думать о том, чтобы как-то воздействовать на резидуальную опухоль. И стали говорить о том, что проведение неоадъювантной терапии – это отбор больных с резидуальной опухолью для дополнительной терапии.
Первым исследованием в этом направлении было исследование CREATE-X, где больные HER2 негативным раком получали адъювант с резидуальной опухолью, естественно, получали либо капицитабин, затем эндокринотерапию, если это была рецептор-положительная опухоль, либо не получали капицитабин и показаниям эндокринотерапии. И было показано, что этот подход существенным образом увеличивает как безрецидивную, так и общую выживаемость. И особенно большой выигрыш от этого подхода имеют больные именно тройным негативным раком. Да? То есть самой вот этой вот нашей неблагоприятной подгруппы. Ну, несмотря на то, что это исследование критиковалось в силу того, что было проведено на азиатской популяции больных, которые, как мы считаем, более чувствительны к торпиримидинам, тем не менее, в силу того, что это была не очень дорогая терапия, не очень токсичная, да, мы, вот, например, в рекомендации русской уже в 2017 году эту опцию внесли, даже раньше, чем другие сообщества онкологические. Ну вот, в 2018 году к нам присоединился NCCN. Естественно, в этом направлении работа продолжается, проходят другие исследования, в частности, при тройном негативном подтипе изучается адъювантное проведение адъювантной терапии платины, препаратами платины. Опять же, подтверждается целесообразность назначения капицитабина уже у европейской популяции больных. У больных с BRCA мутацией изучается эффективность адъювантной терапии ПАРП-ингибиторами, в частности, алупарибом. Да? Ну и куда же без иммунотерапии, конечно же, изучается и проведение адъювантной иммунотерапии у больных с резидуальной опухолью при тройном негативном раке. Ну и, собственно, мы подошли к той теме, к тому исследованию, которому сегодня будет посвящено наше заседание. Да? Исследование КАТРИН, это HER2-позитивный рак. Долго мы ждали результатов этого исследования. Резидуальная опухоль после стандартной трастузумаб-содержащей терапии. Больные получали либо стандартную терапию адъювантную трастузумабом, либо 14 недель терапии ТДМ1. И я не буду раскрывать всех секретов, расскажет об этом подробно следующие докладчики. Только скажу, что это исследование было чрезвычайно положительным и показало, что проведение этой терапии существенным образом увеличивает выживаемость больных. Ведутся исследования и при гормонозависимом раке, куда же без ингибиторов циклинозависимых киназ, да, с резидуальной опухолью больные либо получают стандартную эндокринотерапию, либо эндокринотерапию с полбоциклибом. Ведутся и такие исследования. Я уже упомянула о том, что пристальное внимание сейчас уделяется резидуальной опухоли. Было замечено, что не вся резидуальная опухоль одинаково плоха, да, не все больные-то с резидуальной опухолью, собственно, прогрессируют. Наверное, она имеет какие-то различные свойства, но как минимум отличается по объему резидуальной опухоли. Да, иногда мы видим, что это единичные дистрофически измененные опухолевые клетки, а иногда это поражение массивной опухоли в молочной железе остаточно и в регионарных лимфоузлах. Ну и очевидно, что так, наверное, по прогнозу эти больные отличаются. И вот была предложена оценка ответа на лечение по системе RCB, Residual Cancer Burden, да, когда смотрятся несколько параметров, такие как ложе остаточной опухоли, клеточность, количество пораженных остаточных метастазов в лимфоузлах и размер наибольшего метастаза в лимфоузле. И все эти данные вносятся в онлайн-калькулятор центра MD Anderson, и выдается результат в цифровом выражении и в классе RCB, где 0S соответствует полному патоморфозу, соответственно, чем больше класс, тем больше остаточная резидуальная опухоль. И было показано, что классификация по RCB определяет прогноз при всех подтипах рака молочной железы, особенно при тройном негативном и HER2-позитивном. То есть что имеется в виду? Что больные с RCB1 или, как говорят, близки к PCR, да, то есть когда совсем маленькая остаточная опухоль, имеет прогноз, в общем-то, и прогноз
диагноз, близкий к PCR, к больным, у которых достигнута PCR. Да? В то время как больные с RCB3 или с массивной остаточной опухолью имеют гораздо худшие показатели выживаемости. Ну и, естественно, идут дальнейшие исследования по изучению биологических характеристик резидуальной опухоли. Наверное, скоро в этом плане будут какие-то результаты, которые тоже повлияют на нашу клиническую практику. Ну и если мы говорим уже о сегодняшнем дне, а о 2019 году, да, то практическими аргументами в плане проведения именно неоадъювантной терапии, неоадъювантного подхода является деэскалация локального лечения, получение важной прогностической информации, особенно точная, да, прогноз мы знаем, когда оцениваем резидуальную опухоль по RCB. Да, ну и сейчас мы уже говорим о том, что это индивидуализация адъювантной терапии в зависимости от наличия характеристик резидуальной опухоли, если говорить конкретно, да, то это капицитабин при резидуальной опухоли при тройном негативном раке и ТДМ-1, то, о чем мы сегодня говорим, при остаточной опухоли при HER2-позитивном раке. Благодарю вас за внимание.